В очередной раз в Госуниверситете имени Умара Алиева прошла международная научно-практическая конференция «Клычевские чтения». Она стала важной платформой для ученых и специалистов в области лингвистики, социологии, педагогики, языковедения и придала значимость родным языкам в образовании. Также в рамках конференции наградили победителя международного тотального диктанта. Подробнее расскажет Олеся Меликаева. Клычевские чтения проводятся в память о профессоре Рауфе Клычеве. Он был не только видным ученым-кавказоведом, но и замечательным педагогом, наставником молодежи. На мероприятии собрались ученики и его последователи, главная задача которых остается сохранение и развитие родного языка и традиций. Исполняющий обязанности ректора КЧГУ имени Умара Алиева Тоусултан Узденов отметил, что клычевские чтения постоянно развиваются, меняются тематика, обсуждение вопросов и расширяется география участников. В работе конференции приняли участие ученые из республик Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Всего более 100 человек. В онлайн-формате присоединились и преподаватели вузов Грузии и Турции. Было отмечено, что разрабатывается комплексная государственная программа по сохранению и развитию родных языков Карачаево-Черкесии. После того, как не стало Клычева, какое-то время они были утеряны. Ну, в статусе университета мы уже подумали, и ректорат нас поддержал, общественность республики поддержала, педагогическая общественность. Мы их возобновили в форме клычевских чтений уже. Сначала на региональном уровне, потом всероссийском. Ну, последние 3 года мы уже получили статус международного. Руководитель Международного объединения содействия развитию абазино-абхазского этноса Алашар в Карачаево-Черкесии Мурат Муков подчеркнул важность мероприятия, способствующего сохранению культурного наследия и национальной идентичности народов. Важность этой конференции, в принципе, что и сподвигло, естественно, это сохранение языка. Тоусултан Узденов вручил победителям и призерам дипломы и ценные призы. Он выразил благодарность кураторам площадок за качественную организацию проведения диктантов, добавив, что язык является неотъемлемой частью культуры и истории. Олеся Меликаева, Аслан Гирюгов, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск.